Поздравляю вас с Днем города. Меня зовут Одиссей Богусевич. Вот я ждал, когда колокола отзвенят, и начать тоже звенеть. Еще немножко паузы, потому что моя пьеса не в тональности.
Первая песня называлась «Полет над Гималаями». Следующая пьеса посвящена композитору Астори Пиццолли, называется «Пиццолли». Следующая пьеса имеет название «Тысяча и одна ночь». Thank you.
Следующая мелодия называется «Одиссея». Thank you.
А теперь я попрошу на сцену Тимура Шакирова, моего ученика, и мы с ним выйдем в небольшую дуэль творческую. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Полина Трофимова. На этом наше выступление закончено. Спасибо за внимание. Еще раз с Днем города. Хорошего вам настроения.